это будем смотреть, на подключичный доступ. Подключичный доступ меньше всего я люблю, потому что он глубже всех. И ну, не очень... Ну вот видно хорошо, да? Большая грудная мышца, малая грудная мышца, подключичная артерия. Вот нужно добиться так, чтобы вена была перпендикулярна. Вот видите, я сжимаю ее, остается одна артерия. Раз пучок, два пучок, и вот где-то вот здесь вот есть, здесь уже делятся не пучки, это хорды. Ну, достаточно глубоко, посмотрите. И ну, заходить, как правило, с двух точек нужно, потому что с одной не всегда попадешь. Подмышечный доступ. Ручку мы кладем вот так. Очень близко, очень поверхностно, есть определенные нюансы. Указатель кверху. Вот при таком доступе видно, четко видно иглу, это называется явление реверберации, когда в этом месте плечевое сплетение отдает уже конечные ветви. Мускуля кутанус проходит через мышцы курака брахиалис. Вот он, четко видно. Его нужно всегда блокировать. Как мы знаем, дерматом – это вот кусочек вот здесь, иннервации кожи. Миотом – это бицепс. А остеотом – это надмышелки, плечо. То есть это достаточно большая иннервация. Теперь вот смотрите. Здесь уже конечные ветви. Всегда смотрим сосуды. Смотрите, видите, вена компрессируется, уходим. Нужно найти артерию. От этой артерии, собственно говоря, мы и пляшем, когда находим стволы. Вот артерия, вот вена уходит, вот артерия. Пучок, который выше, это латеральный. Пучок, который вот здесь, это медиальный, это ульнарис, это медианус. И пучок, который задний, это радиалис. Ну, думаю, будет видно лучше. То есть вот основные как бы ориентиры. Теперь. Дистальные. Не так часто ими пользуются, но мы посмотрим просто потому, что вы попробуйте визуализировать.
радиалис. Радиалис тут в этом месте он выходит и потом делится на две ветви. Поверхностная и глубокая. Поверхностную ветвь мы можем заблокировать от манжетки в области табакерки. Но если операции на костной, там когда-то остеомиелит был у пациента, все равно больно. Кожа не чувствуется, больно. Поэтому нужно блокировать в этом месте. Здравствуйте. Вот, посмотрите. Сканируем так, чтобы смотрите. Видите, я меняю датчик и видно, да? Вот я иду, вот подмышелок, вот нерв. В конце он делится и называется такой феномен snake eyes, глаза змеи. Он делится на две части и такие два гипогенных точечки. Иногда не видно хорошо, иногда нет. Вот он идет. Ну вот видно, да? Вот тут как бы две такие точечки. Ну, не так часто дистальные блоки нужны, в основном, конечно, и рекомендуют, вот есть сайты, есть программы, рекомендуют найти артерию, а к ней, вот посмотрите, видите артерия, вот две точечки, одна гипоэфагенная, нажмите фриз. Вот артерия, вот нерв. Нерв выходит, артерия выходит к периферии, нерв идет вот здесь. Никогда не пытайтесь нерв блокировать вот здесь. Во-первых, он в плотном фасциальном футляре. Вокруг ведете, он не проникнет. Ведете в него, повредите нерв. То есть он блокируется или выше, или ниже. То есть здесь вот как бы заманчиво, казалось бы, здесь. Но если окупишь, да. Ну то есть вводишь даже рядом с ним, такой плотный футляр, ну, анестезии, парестезии. Возникает анестезия. Ну, видно, да? Вот здесь мы... Вот нерв соединяется с артерией. Видно, да? Вот они расходят. Да, да. Вот и уходит, я иду. Да, при сканировании желательно, особенно при манипуляциях. Вот видно четко нерв. Ульнарис. Всегда желательно держать, ну не желательно, а как бы строго нужно держать в центре экрана. То есть вы можете скользить вот так, двигаться, допустим, манипулировать, но то, что мы хотим видеть и то, куда мы подойти, всегда должно быть в центре экрана. Потому что иногда вы проходите иглой, допустим, in plane или out of plane, что-то сдвигается, анестетик может, допустим, вы ввели, анестетик может отдавить и сдвинуть структуру. Если она у вас где-то с краешку, то она может уйдет или пропасть. То есть у вас должен быть набор. Ну вот видно, да? Четко видно здесь ульнарис. Ну вот, собственно говоря...
Вот он, видите? Что-то видно, да? А вот, вот он. Не понял, а вот эти? Это фасции, вот они. А, вот они. Ага. И вот глаза. Вот они. Ага, ага. Вот они вот это ходят. Вот. И видно, да? Вот. Вот вены, вот мускулатутамин. Угу. Вот несколько вен. Это я компрессирую. Вот отпускаю. Вот показываем там мускуля котанус. Ага. Видно, вот медиальный, задний. Вот метанология. Нашли артерию. Видите? Вот артерия. Ага. Рядом с ней нерв. Можно здесь пунктировать. Вот прямо около артерии. Можно чуть отойти. И вот он. Четко видим. Не надо. Вот. И видно вот. Вот мышцы. Вот да, да. Угу. Тонкие нервы их много. Я не ставлю. Желтый. И возвращаемся. Вот он, видите, гиперфизенный. Чем краниальнее, тем менее плотный нерв. Угу. Ну тут видно, да? Четко. Вот. Артерия, а дальше они дублируются. Вот одна футляра.